Накануне сотрудники «Каспэнерго» в составе рабочей бригады выехали в гимназию номер 11 города Каспийска. Поводом для выезда послужили неполадки с уличным освещением на пришкольной территории. Как сообщил нам начальник службы ВЛ «Каспэнерго» Муса Алиев, возможной причиной перебоев в подаче электроэнергии является замыкание системы внутренней проводки. По словам Алиева, это связано с недостаточно качественной установкой системы освещения учебного заведения. Прибыли для устранения неполадок в сети школы, 11 школы, поступило обращение, жалоба, что у них проблемы с проводкой и не горит уличное освещение, так как затрудняет привод детей, и так как сейчас осенне-зимний период, вечернее время, дети не могут возвращаться домой, темные улицы на территории школы. Вот сейчас будем смотреть, в чем причина. Скорее всего, здесь неисправность электропроводки. Прибыла лаборатория наша, сейчас исследуем, найдем причину, устраним и заменим все сгоревшие светильники. Отметим, что в связи с наступлением осенне-зимнего периода данная проблема стала создавать неудобства для школьников, обучающихся во вторую смену. По словам директора 11-й гимназии Жанны Тагировой, качественное уличное освещение является не только одним из важных критериев безопасности школьников, учащихся в вечернее время, но и обеспечивает охрану самого образовательного учреждения от актов вандализма, которые, к сожалению, случаются нередко.